Сегодня в Якутске проходит заседание правительства. В первой половине дня Кабинет министров рассмотрел проект закона о внесении изменений в госбюджет республики на 2016 год. С основным докладом выступил министр финансов Валерий Жандоров. По информации главы ведомства, с внесением изменений в доходную часть бюджета предложено принять его в сумме 175,9 миллиарда рублей с увеличением на 6,8 миллиардов. Ну а расходы с увеличением ровно на 1 миллиард составили 185 миллиардов. Рублей. Это вызвано и увеличением необходимости произведения расходов по таким крупным направлениям, как субсидии на недополученные доходы предприятиям жилищно-коммунального комплекса в связи с государственным регулированием и установлением льготных тарифов для населения. Это в объеме дополнительных средств 2 миллиарда 892 миллиона рублей. Дополнительно предоставляется 500 миллионов рублей на компенсацию, частичную компенсацию затрат на электрическую энергию предприятий коммунального комплекса за счет предоставленной дотации на сбалансированность из федерального бюджета.